Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». И сегодня мы поговорим, у нас будет рубрика «Пассивный источник дохода». Я думаю, многим это будет очень интересно, потому что многие ребята спрашивают, куда можно было бы в кэш свой вложить. И, например, где их вообще лучше холдить всего свою криптовалюту. Итак, есть вот такая вот, была у нас вчера рубрика «Rollercoin». Я вчера рассказывал там в конце ролика, сколько меня получается зарабатывать месяц. Вот, на полном пассиве. Ну, здесь где-то около доллара получается. До доллара точно. Вот, в месяц небогато, немного, но все-таки что-то да ничего оно капает. Потом, следующий сайт AdSatosh. Кто не знает, еще раз вернусь. Games — это псевдооблачный майнинг, игрушка, где мы получаем, раскачиваем свою так майнер-ферму. И потом с помощью этого всего мы действительно таки неплохо увеличиваем мощность, зарабатываем и растем в этом плане. И растут наши, естественно, доходы. Потом, от Сатоши и Криптовин. Начну я от Сатоши. Довольно-таки недавний сайт. Вот. Что хочу сказать, что сайт довольно-таки неплохой. Можно здесь клацать криптовалюту, нажимая на ревард. Вот. Платит от 2 до 4 сатоши каждые 15 минут, нажимаете на Claim Reward. Вот. И, естественно, все. Наши сатошики, вот 3 сатоши, поступили на счет. Следующий момент заработка. Сейчас крестик нажму. Нажимаем Aymora, нажимаем на Surf. И здесь есть различные вот задания, да. То есть за просмотр определенного сайта за 30 секунд нам платят 5 сатоши. Было такое вчера, что там 240 секунд платили 25 сатоши. Тоже нажимаете вот здесь. Нажимаете вот здесь на Go. И, как говорится, все, вот идет таймер. И наши сатошики скоро поступят на счет. Сейчас дождемся 18 секунд, когда пройдет. Все, и наши 5 сатоши поступили на счет. Также есть здесь Earn Interest. Довольно-таки очень-очень крутой пассивный источник дохода, заработка. Как вам удобно, так называйте. Смотрите, здесь есть акции. Одна акция стоит 1000 сатоши. То есть и на 100 дней. Что это значит? Что когда вы, например, вот у меня есть сейчас на балансе 1857 сатошей, одна акция, нажимаю на buy шары, и вот, видим, списалась, добавилась вот одна акция, стала 91 акция. И что это вообще значит? Вот смотрите, здесь есть ниже калькулятор, и вот, вы, например, вбиваете, у меня 91 акция, у меня она в день будет идти на пассиве 1820 сатошей, потом в общем количестве я получу 182 сатоши, 182 тысячи сатоши, и, естественно, чистый профит 91 тысяча сатоши. Ну, такой вот довольно-таки пассивничок. Я раскручиваю, просто реинвестирую, все равно делать нечего, как говорится, ну, капает и капает. Накоплю здесь, когда будет в день нормально там сыпать, по несколько там десятков тысяч сатоши в день начну выводить. Вот. Кран платит, выводит на наш любимый кошелек FaucetPay. Довольно-таки кран, довольно-таки недавно так существует. Ну, рекомендую, если инвестировать, то небольшие средства. Так, переходим дальше. Криптовин. То же самое, похожий сайт. Вот, Криптовин, тоже нажимаете на ревард. Можно здесь он платит чуть-чуть побольше, от 2 до 6 сатошей. Вот, каждый 15, там от 2 до 4. Я ему немного больше доверяю. Почему? Потому что данный кран существует уже около 2 лет. Платит, никаких проблем не было, никаких с выводом. Вот, если же вы, конечно же, не юзаете ботом. Вот, есть вот такие вот сатоши. Мне упало максимум 6 сатошей. Есть такое. Потом Vive Ads есть. Тоже за просмотр рекламы. Видим, за 30 секунд 5 сатошей, за 10 секунд 2 сатоши. Они постоянно меняются. Цены бывают тоже довольно-таки разные. Потом есть здесь тоже Earn Interest. Если там платилось 2% в день, то здесь платится 0,7% в день. У меня на данный момент здесь 142 акции.
В день мне приходит на пассив 994 сатоши, в неделю 6958, это цифровой месяц, это цифра в общем. Вот, инвестировал я сюда 142 тысячи сатоши, я тоже реинвестирую, как правило, особо не заморачиваюсь. Вот, одна сатоша есть, отлично. Все, точнее акция, все, тоже купил одну акцию, у меня стало 143 акции. И у меня уже на полном пассиве здесь в день 1000 сатошей. На ад-шары в день у меня 1820 сатошей. Думаю, раскачаю, скоро будет не так долго ждать. И будет уже по 2. И будет в сумме с двух кранов, чисто на полном пассиве, по 3000 сатошей в день. Богато или мало, решать вам. Закидывать тоже сюда какие там определенные суммы, тоже решать вам. Но знаете, здесь рефералка не платится, если вы не смотрите хотя бы две рекламы в день. Вот, следующее есть еще, куда я инвестирую. Сейчас покажу. Итак, биржа Whitebit. Тоже ссылка на регистрацию на биржу Whitebit будет в описании. Я нажимаю вот Earn, интересно. Ну, если хотите посмотреть, что мне капает, вот. Это мой баланс, $1793. Обвалилось, конечно, очень сильно. Так недавно у меня было там уже до 2500 долларов по курсу, когда вся крипта росла. Сейчас, как видим, упало. Ну, упало, то и упало, бог с ним. Я все рассматриваю на долгосрок. Я как-то не парюсь особо. Смотрите. Вот этот вот весь мой пакет, пока то, что есть. Что я закинул? Вот у меня в USDT-ах. Не так много, 584 доллара. Через 15 дней, полмесяца, добавится 10 баксов. Вот есть Tron TRX, видим, да, у меня 3131. Вот, это в тронах, и ниже показывается эквивалент, сколько это в долларах я получу. Также вот я скупил сам довольно такую немалую котлету Dogecoin. Вот, как видим, да. Обвалилось тоже очень сильно, потому как Dogecoin я брал по довольно-таки шикарной цене. Цена была около 13 центов, сейчас, блин, Dogecoin почти по 7. То есть почти вдвое, у меня, естественно, здесь кэш упал. Но я пока накаплю, все равно буду докупаться. Не особо переживаю, все это в долгосрок. Вот, но больше половины, я в общем как инвестирую, 50% я кидаю в USDT, Cesar, остальное раскидаю по крипту. Вот, так что будем ждать, ожидать все остальное. Также есть еще другие сайты, но, к сожалению, так как их почему-то YouTube не пропускает, я не могу их показать на видео, бо, ну, запрещаю YouTube, дадут страйк. Вот, вот такая вот ценовая политика. Куда я еще буду инвестировать? Я рекомендую инвестировать в те же самые сайты, куда инвестирую я. Куда буду влаживаться, тоже можете спрашивать меня, если вам нужна какая-то там помощь. Я обязательно вам помогу лично, без проблем. То есть я своим подписчикам всегда готов помочь, тем более своим рефералам. В общем, вот такой вот у меня источник заработка. Есть еще там другие два сайта. Тоже будет полная опись с этим видеороликом, только уже в телеграм-канале со всеми проектами. Вот, можете по чуть-чуть раскидать, но в любом случае я сейчас более акцент делаю на пассивный источник дохода. Вот, но здесь Whitebit, это очень жирный, я скажу, earn. Я сейчас еще покажу вам здесь, если нажать открыть план. Вот, и здесь мы, что мы здесь вообще увидим. То, что, например, здесь есть довольно-таки разная криптовалюта. Что угодно можно, хоть вот шибу, например, да. Шиба от минимальная сумма от 5 миллионов. И вот видим, если мы, например, положим 5 миллионов, через 10 дней нам 20 тысяч шиб чисто пойдет на пассиве. Вот. И так мы решаем, сколько мы можем на 20 дней, на 30, 90, 180 и 360. Но, чтобы вы понимали, разница в чем. Что если вы, например, разрываете, прекращаете вот этот вот депозит, то ваши средства возвращаются, проценты вам не добавляются за те дни, которые прошли. Ну, чтобы вы имели в виду. В принципе, все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. У меня уже на канале уже 1074, благодаря всем вам. Очень вам благодарен. Скоро выйду на монетизацию и, естественно, буду показывать вам, сколько, какой доход меня за месяц получает с помощью YouTube канала.
Вот, чуть-чуть осталось. Если есть возможность, посмотрите ролики полностью. Нужно добрать до 4000, чуть-чуть осталось. Всем пока.